Самая сложная профессия Я вместо журналистов и на фронте я дело имел с журналистами. Самое трудное дело у них это на фронте было работать. Кто-то сидит в окопе, они бедные, работают почти сама. Перед под пулями. Так что журналистов надо уважать. Даже если он не всегда и правду скажет. Да, ну что? Спасибо. Я только график, да, передал график тебе посещения, чтобы вас есть. Идем. Сейчас мы на круг помним. В центре, да? Да. Саша, давайте идем.